В Симферополе в четверг прошел уже второй за последние два дня пикет, участники которого, крымские татары, требуют выдворения из Украины российского консула Владимира Андреева. Возмущение демонстрантов вызвало недавнее заявление российского дипломата, который обвинил коренных жителей полуострова в массовом предательстве в годы Второй мировой войны. Участники акции протеста держали плакаты, гласившие «Андреев вон из Крыма», «Дипломат-фашист, позор России» и скандировали «Андреев халуй Сталина». Комментарии по поводу сотрудничества крымских татар с нацистами российский консул сделал перед премьерой фильма о сталинской депортации татар в 44-м. Глава депмиссии выразил недовольство тем, что в картине не была отражена тема сотрудничества местных жителей с фашистами. В ответ крымские татары назвали настоящим фашистом самого Владимира Андреева и потребовали его депортации в Москву. Поддержать дипломата пришли около 20 активистов русской общины Крыма, которые заявили журналистам, что Меджлис устроил намеренную травлю Андреева и дестабилизирует ситуацию перед курортным сезоном. Сам генконсул к протестующим не вышел.